В 39-м царстве, в 39-м государстве жила-была прекрасная принцесса. Так, пора тебе замуж выходить. Не хочу я замуж! Я сказал замуж! Я и принцев заморских позвал. Выбирай! Я выйду замуж за того, кто первый меня рассмешит. Внимание, внимание! Самый сильный принц из страны Качландия! Рассмеши меня! У качка спрашивают, сколько будет 20 плюс 20? Качок подумал и отвечает, 60. У качка спрашивают, почему 60? Качок отвечает, ну еще же гриф двадцатку весит. Следующий. Самый богатый принц из страны Дубайск, шейх Муха Криптовалютович. А ты будешь моей пятой женой? Не смешная шутка. Это не шутка. Следующий. Самый умный принц из страны Задротия. Он по-любому до сих пор с мамой в замке живет. И пришлось принцессе выходить замуж за шута Горохового, у которого ни коня, ни замка, ни... Ты чему ребенку учишь? Мы не так с тобой познакомились. Мама, принцесса шут для долгого счастья. Да, спи давай. Ты что, я тебе сказал, я лезу, да, потому куда? Что...